Тема нашей лекции сегодня — вино Вавилона. Библия очень много говорит о Вавилоне, и мы уже на некоторых предыдущих лекциях говорили об этом. Мы исследовали Откровение 13 главу. Мы обратили внимание на разные компоненты первого зверя, зверя, который выходит из моря. Мы обратили внимание, что он говорит через уста льва. Лев — это символ Вавилона. Библия также предупреждает нас о том, что народ Божий находится в Вавилоне. И в определенное время Господь скажет: «Выйди из нее, народ мой». Что пользы было бы в том, если бы Бог сказал: «Выйдите из Вавилона», но вы не знаете, что такое Вавилон? Это проблема. Вы бы не знали, откуда нужно выходить. Поэтому Библия должна дать определение Вавилона для нас, чтобы мы могли знать, откуда нужно выйти. Мы обратили с вами внимание на несколько моментов. Мы определили некоторые составные части вавилонского учения. Мы обратили на главные подделки, которые заняли место в Вавилоне, потому что Вавилон, Баб — это врата, вход к Богу. Бабилон означает также замешание, смешение. Вавилон говорит: есть еще один путь к спасению, кроме Иисуса Христа. И зверь, о котором мы говорили, или власть малого рога — это лже-религия, говорящая: «Мы занимаем место Иисуса Христа, вместо Христа, антихристос, мы еще один путь к Богу». Эта власть, согласно Библии, власть, которой подчинится весь мир. Весь мир дивился, следя за зверем, говорит Библия. Весь мир следовал за зверем. Поэтому насколько популярной будет эта власть и что она представляет? Почему Бог осуждает эту власть очень серьезно? Потому что это поддельная религиозная власть. Поддельная религиозная власть пытается навязать себя как будто религиозная истина, в то время как она является заблуждением. Библия говорит: «Не имейте ничего общего с делами тьмы, но их обличайте». Послание к Ефесянам. Давайте сегодня обратим внимание, почему эта система названа Вавилоном и какую роль играет власть зверя, которую мы определили, к сожалению, как папство. Какую роль играет папство в этом вавилонском учении? И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра 1:19. Мы должны тщательно исследовать пророчество, знать, что происходит за кулисами, знать, почему Господь говорит об этом. Иеремия 51, 6 и 7 говорит о буквальном Вавилоне. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждой душу свою». Прообраз, буквальный Вавилон — это как урок того, почему Господь вызывает Свой народ из Вавилона последнего времени. Библия говорит: «Чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние». Это ложная религиозная система и ведет людей к погибели. Библия говорит о том, что Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опенявшую всю землю, народы пили из нее вино и безумствовали. Библия говорит: народы, пьющие вино Вавилона, теряют рассудок, безумствуют. Вино в Библии. Иисус назван виноградной лозой.
из которой происходит вино. Вино — это учение Иисуса Христа. Это его плоды, его учение. Вавилон, вино Вавилона символизирует лжеучение. Мы посмотрим, что говорит Библия о Вавилоне. И вначале мы отправимся в Древний Вавилон для того, чтобы определить, что такое духовный Вавилон. «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли». Еще с древних времен, когда они начали строить Вавилонскую башню, для того, чтобы объединить отступничество против Бога, Бог сказал: «Я никогда больше не истреблю землю потопом». Не поверив Слову Божию, они все равно построили башню на случай, если Господь попытается истребить землю потопом. И поэтому Господь разделил народы. Это было очень важно в плане спасения. Разделяя народы, это постоянное напряжение, которое существует на планете, будет вести людей к Богу. Если есть опасность с одной и с другой стороны, вы будете искать Господа. И Господь пошлет спасение. Дьявол не желает разделения. Он всегда стремился к объединению, к одной системе, которая будет поклоняться и служить ему. И другой ангел следовал за ним, говоря. Книга Откровения, 14 глава. «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Библия говорит здесь о религиозной системе, которая продает вино. Полное блудодеяние. Это отступничество от Божьей истины. Если вы отступаете от Господа, за кем вы идете? Вы идете за другой властью. У него также есть чаша. У него есть также учение. Он представляет себя тем или иным путем. Это не Божий путь, это его путь, путь противника и сатаны. Здесь изображена ложная религиозная система. Откровение, 16 глава, 19 стих, Библия говорит о великом городе, духовном Вавилоне. Это не древний Вавилон, потому что Бог сказал, древний Вавилон никогда не будет отстроен. Древний Вавилон был только прообразом. Прообраз всегда маленьким является по сравнению с тем, что на самом деле является. Агнец был прообразом великого Спасителя Иисуса Христа. Вавилон был всего лишь прообразом великой отступнической религиозной системы, которая будет присутствовать в мире, объединяя религии мира, действуя против Бога. Иерусалим был прообразом Божьего народа, который будет искать Господа и спасение через Агнца Божия, через Иисуса Христа. Вот она, библейская типология. Теперь мы видим, что Вавилон Великий имеет три части, и город Великий распался на три части. И города языческие пали, и Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Если вы последуете за Вавилоном, Библия говорит, Бог воспомянул великий Вавилон. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Они вышли из уст дракона, это сам сатана, потому что дракон — это сатана, Откровение 12 глава, из уст зверя. Откровение 13 глава говорит нам, что символизирует зверь. Это власть небольшого рога, Даниила 7 главы, и зверь, выходящий из моря в Откровении 13 главе. И мы, к сожалению, должны определить, что это символ папства. И еще один нечистый дух из уст лжепророка. На немецком «Rachen des Drachen». «Rachen des Tieres», «Mund des falschen Propheten». Есть более
жесткое слово, которое используется, когда идет речь об устах дракона и зверя, но когда говорится о лжепророке, тогда более мягкое слово. Лжепророк — это символ тех, которые однажды имели истину, но они вернулись к материнской церкви Антихриста, потому что это духи бесовские, творящие знамения. Мы говорили о знамениях вчера вечером. Они выходят к царям земли, всей вселенной. Это к политическим системам мира. Какой части мира? Ко всему миру, чтобы забрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. Великий последний конфликт будет между ложной Троицей и народом Божиим, теми, которые соблюдают заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса. Вот наложная Троица. Дракон, то есть сатана, который противодействует людям, это спиритизм, оккультизм, явления, ясновидение, все явления спиритизма, зверь, организованная религиозная система и лжепророк, а отступническое христианство, протестантизм, которые знали однажды истину, но вернулись к заблуждениям власти зверя. Историк Евсевий говорит, что Константин для того, чтобы новую религию сделать более подходящим для язычников, он украсил христианство языческими обрядами и церемониями. В самом начале христианской эпохи христианство было наполнено язычеством, осталось только имя христиан. Вот что говорят труды тайных обществ. Это можно проследить полностью до Симона Магнуса, который следовал за Петром и Павлом в Рим. Он был волшебником. Он был языческим священником, который притворно одел на себя ризу христианства, потому что он хотел иметь власть, и Петр упрекнул и обличил его. Между прочим, слово «Симон» означает также «Петр». Он следовал за ними в Рим, и это смесь, оккультная смесь христианства и оккультизма берет свое начало именно с этого человека. Начало этой системы берет начало не с Петра, но с Петра, то есть Симона Магнуса. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою». Учение Симона Магуса берет свое начало из Самарии. Это каббалистическое учение. Из каббализма берет начало гностицизм. Гностицизм говорит, Мессия — это Осириус. Древняя египетская мифология, которая берет свое начало из книги мертвых, от Тутмоса III, который был тем фараоном, который встретился лицом к лицу с Моисеем, это древняя религия Осириуса и Асуса, богини. Как мы скажем, это антропоморфическая религия, построена на человеческих пониманиях, где один бог мужского пола, другой женского, и они взаимозаменяемы. Этот вид религии был привнесен в христианство. Древние боги, если вы хотите найти нити, проникающие в древний Вавилон, давайте мы посмотрим. Халдеи поклонялись Ваалу. Нинус был сыном Ваала. Он имел еще одно имя — Тамуз. Женщины Израиля, они оплакивали Тамуза, потому что он был искусственным, поддельным мессией. Дьявол приготовил ложного мессию до пришествия настоящего, чтобы люди не приняли настоящего мессию. На основании чего мы знаем о том, что Иисус был истинным мессией. Помните пророчество о 70 неделях? Пророчество, о котором
раввины произнесли проклятие. Вы прокляты, если вы исчислите 70 недель, потому что оно определяет истинного Мессию, безошибочно определяет время его пришествия. Тамуз был ложным Мессией. И затем была богиня Рия. Ей также поклонялись как Иштар, Астарта, Истер. Это все одно и то же имя. Она была царицей неба. Она была известна как укротительница гнева. Католичество предлагает такую же схему. Никто не может прийти к Отцу, как только через Иисуса, но никто не придет к Иисусу, как только через Марию. Мария — это главный посредник, она укротительница гнева. Это точная копия вавилонской древней системы. Если вы посмотрите на древние религии мира, в Египте поклонялись Айсис, была богиня, ее сын Осирис. Осирис был тем, кто умер, стал частью солнца, воскрес и вернулся как Хорус, божественный сын. И Айсис — божественная мать, поклонение матери с ребенком. В Индии поклонялись Иси и Исвара. Та же религия, те же истоки вавилонской религии. Вавилонская религия сегодня является всемирной и вселенской религией. В Китае Шингму, святая мать и сын. В Греции Сирис, Айрин и Плутус. Это все древние системы поклонения. Очень интересно, что сегодня в христианстве во всем мире так называемые семинары об Иисусе, они говорят о новом возрождении и реформации. Пусть Бог сохранит нас, чтобы мы называли это реформацией. Они говорят о том, что Иисус и Осирис — это одно и то же. Это серьезная проблема, потому что Осирис — это подделка Иисуса. И книга мертвых, которая говорит об Осирисе, это совершенно противоположное тому, что говорит Библия. Иезекииля 8:16 Библия говорит: «И вел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притворами жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господнему, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Зная о Боге, они во времена древнего Израиля отвернулись от Бога и поклонялись солнцу. Почему? Потому что это очень утонченная религия. Не думайте, что язычники глупые, потому что они поклонялись языческим богам. Вы знаете, что они не настолько глупы. Я всю свою жизнь служил языческим богам и не знал об этом. Очень утонченные виды религии. Они поклонялись солнцу, потому что поклонение солнцу — это фальшивая религия, которая копирует все из истинного поклонения, но переносит на поклонение языческим богам. Вавилонская религия берет свое начало от легенды о Немроде и Семирамиде. Немрод был воином против Господа. Он был тем, который отступил от Бога, и затем он был убит, и его вдова Семирамида заявила, что он был воскрешен, взят к солнцу и был через нее снова рожден. И как рыба плавает в воде Евфрата, так и символ рыбы стал символом Бога, который защищал Немрода в этом переходе. И затем она родила сына, который был возрождением, воплощением сына Осириуса. В Скандинавии это Фрига и Бальда, Вена и Адольда в Риме. И сын, которого она родила, стал спасителем и понес грехи. Его называли Зороастр. Между прочим, зороастризм, который сегодня распространен на Ближнем Востоке, это семя жены.
Митрас — Спаситель. Митраизм — это одно из утонченных форм поклонения Солнцу. Мы будем говорить о митраизме, потому что это потрясающие вещи. Кто такой Митра и что такое митраизм? Даже в Соединенных Штатах Америки вы удивитесь, сколько есть митраизма. Дионисий понес грехи, Вишна, человек, который стал жертвой. Вы узнаете эти титулы? Все эти титулы принадлежат Иисусу Христу. Они были заимствованы языческими божествами. Если бы вы были священником языческих божеств, то вы поклоняетесь этим божествам разными формами поклонения. Одна из форм поклонения Богу Дагону — Даг-он. Даг — это на египетском рыба. Бог Дагон. Священники носили митру из рыбы. У них была полностью одежда рыбы. Рыба в Древнем Египте и в древних языческих религиях была символом Дагона, Бога Дагона. И затем мы видим символ первой буквы еврейского алфавита. На востоке это Альфа, Алеф. Алефант становится образом Востока. Это символы Бога Солнца. Затем поклонение быкам, поклонение слонам и рога, которые там изображены. Это символы полумесяца. Полумесяц становится символом чрева жены, которая дает возрождение Богу. Священники Дагона носили митру рыбы и одежду рыбы. Позже они заменили одежду рыбы цветной рясой. Красный цвет рясы — это цвет жертвы, и фиолетовый цвет — это цвет царского величия. Обратите внимание на верхнюю часть этого головного убора. Носят ли люди сегодня? Давайте посмотрим древние вавилонские формы богослужения. Это изображение из Пергамского музея. Я сам сфотографировал их. Это символ Бога Солнца. И волны, которые исходят от Солнца, это символ женского пола. Ровные линии — это символы мужского пола. И благодаря единству этих двух символов рождается Сын, Спаситель. Здесь сосуды со священной водой, в руках их кисточки, которые сделаны с иссопа, и иссопом они кропили людей для очищения. Практикуется ли сегодня подобный ритуал? Все ритуалы древнего Вавилона нашли свое место в современных религиях. А затем первосвященник Дагона. Вот символ в небе Бога Шамаш. Это символ божества. У него крылья. Обычно это крылья орла. И затем у него есть символ солнца. Здесь показано две звезды, которые составляют солнечное колесо с восьмью спицами. Люди поклонялись первосвященнику, потому что он представлял самого Бога. Нужно было поцеловать руку и поцеловать ногу. Если мы отправимся в Рим, там находится Пантеон, место, где собраны все божества древних времен, где поклонялись этим божествам. И здесь находится эта статуя, куб. Куб является символом язычества, затем Алеф, символ Бога Солнца, и затем Стелла, что является символом фаллического символа Осириуса. А наверху этого символа находится
символ креста. Мы об этом позже поговорим. Если вы войдете в пантеон, очень интересные вещи на полу находятся, квадраты. Языческие божества, они были либо в квадрате, либо в кругу. Поэтому есть квадраты и круги. И поскольку боги бывают и хорошие, и плохие, то они представляют черные и белые квадраты и круги. В римо-католических церквах, кафедральных соборах вы увидите символ рыбы. Здесь древняя богиня Астарта. Вот у нее митра из рыбы с символом солнца, звезды и полумесяца. И затем целый набор языческих символов в руке, который используется сегодня в медицинском мире. Очень интересный символ в руке. Рыба здесь. Здесь вы видите богиню Осирис. И очень интересные символы на митре Папы Римского. Символ бога Солнца. Один из главных и центральных символов божества. Это центральный символ с четырьмя спицами в кругу. И здесь, на воротнике, вы видите крест, который называется Мальтийский крест. Мальтийские рыцари носили этот крест. И именно этот крест, обратите внимание, является прямым символом бога Солнца. Он не имеет ничего общего с христианством. Посмотрите на одного из царей древнего времени. Это ассирийский царь Саргон. Что он носит на своей шее? Это в Британском музее. Он носит Мальтийский крест. Тот же самый крест, который сегодня Папа Римский носит на своем вороте. Он пальцем указывает вот так. Это символ одного Бога, одного Божества. Одного Бога, Бога Солнца. И затем мы видим опять символ Бога Солнца, еще один символ компаса, который вы находите сегодня в свободном масонстве. А затем полумесяц, который находится во многих религиях. И затем еще один символ поклонения Солнцу. И тройная митра. Три аспекта Бога Солнца. Это главные символы поклонения Солнцу, которые мы находим в древние времена. Как вы думаете, что вы сегодня найдете в самых популярных церквах? Наверное, в папской системе вы сможете обнаружить все эти символы. Они все носят митры в форме рыбы. Давайте спустимся в подвальное помещение одной из церквей в Риме, и вы увидите, что они использовали алтарь, который с одной стороны носит христианские символы, а с другой стороны он носит символы языческого поклонения Солнцу. Здесь обе религии слились в одно. И в конце концов произошло полное слияние обеих в одно. История христианства говорит, христианство стало основной религией Римской империи, заняв место язычества. Христианство средних веков можно по праву назвать «окрещенное язычество». Очень интересно. Давайте посмотрим, что говорит об этом Римо-католическая церковь. История католицизма в Америке, страница 37. Очень часто говорят, что католицизм имеет много языческих обрядов. Католицизм согласен принять это обвинение и даже этим хвалиться, потому что великий бог Пен не умер, его просто окрестили. Таким образом, язычество находится в центре церкви, и настоящее божество, которое действует за кулисами, которому поклоняются, это не Иисус Христос, а Осириус. В любой форме, в форме Пена, вы найдете его в рощах, это был бог рощей, бог страха. Вот откуда слово «паник», «паника», бог Пен. Это Бог, которому поклоняются либо как красивому молодому человеку, который несет на плечах своих овцу, только у него ослиные ноги.
Если вы поклоняетесь Ему в Его положительном смысле или в Его негативном смысле, это одно и то же божество. Либо вы поклоняетесь Люциферу, либо вы поклоняетесь хорошей стороне. В язычестве каждый бог имеет и хорошую, и плохую сторону. Давайте мы отправимся в очень известный кафедральный собор католической церкви. Я искал эти символы на юге Германии, и здесь я нашел то, что называется статуя Давида. Обратите внимание на статую Давида, которая несет овцу на шее. И мне интересно было, это Давид или это памятник другому божеству? Определить было нетрудно. Достаточно посмотреть, что у него в руке. Он несет музыкальный инструмент, который называется най. Играл ли Давид когда-нибудь на най? Нет, конечно. Давид никогда не носил ее в руках. У него была арфа. Ручная арфа. Этот инструмент говорит мне о том, что это бог Пен, а не Давид. Когда я увидел его здесь, в положительном смысле, меня заинтересовало, а найду ли я его в негативном смысле? Конечно, я его нашел. Вот он. Вот здесь он изображен с ослиными ногами. И Янос — двухголовый бог. Это язычество высшего порядка. Если мы отправимся в Латеранский собор святого Иоанна, там, где папство говорит «экс-кафедра», или в собор святого Петра, вся структура, вся архитектура построена по принципу поклонения Солнцу. Между прочим, даже место поклонения, которое было избрано для строительства, это древние места поклонения языческим богам. Структура и архитектура соответствуют древним языческим храмам. Здесь известные купола поклонения Солнцу, так называемые столпы, которые считались престолами богинь. На полу вы увидите главный официальный титул папы — Pontificus Maximus. Этот титул берет свое начало с древнего Вавилона. Он был изменен в течение времени, когда Медоперсия завладела над Вавилоном. Вавилонские священники сделали восстание. Они были изгнаны, и они осели в Пергамосе. Там находились вавилонские священники Pontifex Maximus до наступления времени Рима, и они отдали свою одежду священническую и даже власть, назначив как божество и первосвященника римского императора. Вот почему римский император носил первым титул Pontificus Maximus. И когда Рим распался, и место Цезаря было пустым, папа римский взял на себя этот титул. Это был мост между небом и землей. Он занял место Иисуса Христа, который является мостом между небом и землей. Давайте мы обратим внимание на символы, которые находятся на полу Ватикана. Тройная митра — это символ древних религий, которые мы видели в Древнем Вавилоне и ассирийскими божествами. Здесь находится также еще один интересный символ — лев с крыльями орла. Что это за символ? Это символ Вавилона. И затем символ объединения божества мужского пола и женского пола. И символ расщепленного хвоста — это символ бога Дагона. Затем находится языческий престол, который они говорят, что это престол Петра. Для того, чтобы получить спасение, вам нужно войти в дверь. Посмотрите, как это все основано на библейской истине, потому что дьявол использует библейскую истину и извращает ее. Христос говорит, «Я есть дверь, никто не придет к Отцу через Меня». В язычестве у вас есть три двери. Маленькая, большая и средняя. Одна означает Бог-мужчина, Бог-мать и Бог-сын. Здесь, в одном из древних боливийских храмов, находится символ Бога Солнца.
и три святых камня. Три святых камня в Футимагара, в Японии. Один — это Отец Бог, Мать и Бог Сын. И наверху здесь находится место Божественной Пары. В Футимагара находятся также медные жабы — это символы Божества, потому что пантеизм означает «Бог во всем». Вы знаете, что жабы упоминаются в Египте. Эти древние религии сегодня не умерли, они сегодня живут и процветают. В индуизме мы также встречаем эти виды дверей. Восточные религии все имеют двери солнца. Какая же из религий сегодня, для того, чтобы стать первосвященником Вавилона современного, кто сегодня будет посвящать двери солнцу? Если Библия права, это должно произойти в католичестве. Давайте посмотрим. Юбилей. Папа Иоанн Павел II благословляет священную дверь. Где вы прочитали в Библии о священной двери? Иисус говорит: «Я есть дверь, я есть путь». Но здесь Он использует совершенно другие символы. Между прочим, Папа носит на себе практически все, которые только возможно придумать, языческие символы. Папство говорит, что оно обладает ключами Петра. Ключи Петра, которые находятся в Вавилоне. Вот Бог Лев, который держит в Вавилоне в древнем ключи ада и неба. Согласно католическому решению, священник решает, кто попадет на небо, затем Бог должен подписаться. Только система решает, либо вы спасены, либо вы погибнете. Здесь еще один символ Бога Льва в древние времена. Ключи — это символы Льва. Очень интересные вещи, которые несет в руке этот Бог Лев. Они носили такие вещи, и наверху была шишка. Шишка была символом плодородия. Как же они относились к первосвященникам? Потому что первосвященники считались перевоплощением Осириуса, и поэтому они были представителями божества на земле. В древних культурах они их носили, как правило, на вот таких интересных вещах. Из перьев были фены, из фазанов, и глаза на перьях фазана — это тоже были символы всемогущего Бога. Перо означало символ птицы, которая ведет нас к фениксу. Вот папство. И здесь то же самое вы видите. На таком же точно престоле переносном, точно с теми же ритуалами, с перьями, которые берут свое начало с Вавилона. Сигналы рук очень важны, потому что они все заимствованы из системы поклонения Солнцу в Древнем Вавилоне. Жестикуляция, которую использует папская система, они оттренированы до тонкостей, потому что они имеют значение поклонения Солнцу. Тройная митра берет свое начало в древнем язычестве, и сегодня папство использует ее. Вот, вы видите, корону папы, два хвостика сзади, кардиналы ложатся на землю, когда это происходит, когда возлагают на него корону. Здесь вы видите посвящение новых священников. Они лежат точно так, как это было во времена древнего язычества. Здесь тройная тиара, 1800 год до Рождества Христова, тройная корона. Ассирийские боги носили тройную тиару. В Кришне тройная тиара, индуизм. Поэтому тройная тиара — это символ древних языческих вавилонских религий. Здесь вы видите крылья, тройную корону также, которая берет свое начало
в Ассирии и Вавилоне. Поэтому тот, кто носит сегодня тройную корону, он является первосвященником вавилонских богов. Тиара папы Сикстуса. Он еще добавил 6 змей под пирамидой оккультизма. Давайте посмотрим на поклонение матери и сыну. Мать Мария и сын Иисус. Символ точно берет свое начало из древнего язычества. Сегодня есть белая Мария и чернокожая Мария. Есть белый Иисус и чернокожий Иисус. В язычестве было точно так же. Осирис иногда выступает как черный бог, иногда как белый, в зависимости от аспектов божественной природы. Игра в шахматы, возьмем к примеру, что вы видите на поле? Черные и белые квадраты. Игра в шахматы — это древняя оккультная игра, которая была придумана свободным масонством, показывая, что даже пешка может победить царя. На самом деле вы можете обменять царя на женскую форму божества и стать царицей, стать королевой. Поэтому черные и белые — это были символы, которые присутствовали в поклонении Осирису, и это сегодня вошло в католицизм. Есть черная Мадонна и белая Мадонна. В восточных культурах вы видите то же самое. Поклонение матери и сыну, Шинму и святой сын. В Египте Асис и Осирис. В культуре хиттеев поклонение матери и сыну. Конечно же, мать и сын будут самыми главными объектами поклонения в римо-католицизме. Но если вы хотите обмануть людей и сказать, что это обозначает что-то другое, поменяйте название богов. И названия богов менялись. У греков не те же самые были имена, что в Медоперсии. Медоперсии не те же самые, что в Вавилоне или в Египте, но это были одни и те же божества, потому что их атрибуты, их характер были одни и те же. Все эти божества, которые вы видите в древних религиях, мать и сын, божества, которым поклонялись, иногда это были взаимозаменяемые цвета, белокожие, чернокожие, потому что божества в языческих религиях, они имеют мужской и женский пол. Чернокожие мессии очень популярны в разных религиях, и белые Мадонны, и белый сын. В индуизме то же самое. Это с Британского музея фотография. Вот вам мать и сын, святой сын, тот, который будет спасителем мира. Это язычество. Это не имеет ничего общего с христианством, потому что Иисус говорит, есть только один посредник между Богом и человеком. Кто это? Человек Иисус Христос. Нет другого посредника. Согласно Библии, нет Марии, посредника, которая занимает место Иисуса Христа. Это язычество чистой воды. Это не христианство. Это Асус в ее спиритизме, так как она появляется в ритуалах нового века и явлениях, мы будем об этом говорить позже. А здесь находятся символы, древние языческие символы. Здесь шестиконечная звезда в кругу или пятиконечная звезда в других местах. Эти символы, как вы думаете, где я их нашел? Символы древних богов. Я нашел их в кафедральных соборах иезуитов на юге Европы, в Южной Германии. Это символы поклонения Богу Солнцу. В Чехословакии, в Польше, по всему миру. Давайте посмотрим, что говорит энциклопедия, новая католическая энциклопедия. Пий XII очень сильно рекомендовал поклоняться Марии, потому что она является царицей неба. Он назначил новый день поклонения Марии. Мария становится древней царицей. Она сегодня предлагается людям как посредница между Богом и человеком, потому что Иисус
отстранен от этой роли. Пора посвятить весь мир непорочному сердцу Марии. Сегодня уже не говорят о посвящении Христу. Да, Мария была благословенной женщиной, но сегодня ее неправильно используют, называют ее богиней и отдают ей почитание как богине. 31 октября 1942 года она объявлена царицей неба. Древняя система поклонения полностью восстановлена сегодня в христианской так называемой церкви. Давайте посмотрим на изображение о том, как Мария берет на себя от Иисуса Христа посредническое служение. Эту фотографию я нашел в Риме. Иисус Христос возлагает терновый венец на голову Марии, и она имеет раны от распятия на руках. Поэтому Мария становится посредником и тем, который умер за грехи человечества и является посредником. Они говорят, теперь мы спасены через Марию, потому что именно Мария, она послушанием своим спасла нас. Поскольку Ева согрешила, Мария жертвой своей спасла нас. Я был католиком много лет. Я просто был потрясен, когда я это все узнал. Так как вы потрясены сегодня, когда вы узнаете это. Эта древняя богиня, она была частью обряда плодородия. Люди молились к ней, чтобы получить исцеление от бесплодия. Исполнила ли Мария подобную роль? Несомненно, давайте обратимся к Лаграто Дуле. Это церковь в Вифлееме. Очень недалеко от церкви рождения Иисуса Христа. Здесь находится символ. Очень интересно. Я извиняюсь за эту фотографию, но здесь изображена Мария. Грудь у нее снаружи. Это символ плодородия, она кормит этого ребенка. Люди приходят в этот грот, чтобы молиться о плодородии. Если вы посмотрите на потолок, это белые пятна. Здесь говорят, что эти белые пятна — это брызги молока Марии, потому что когда она кормила младенца Иисуса, и Иисус выплевывал ее молоко. И получились там такие пятна. Вот так они говорят. И папство говорит, это несомненно правда, это свидетельство от Ватикана, что это есть настоящее место чудотворения. Я спросил гида, который был там, который был кантором этой церкви, церкви Большой Рождества, которая находится там. Кантор, я спросил его, извините меня, я немножко просто интересуюсь. Эти белые пятна, я видел их и в других пещерах. Они там тоже являются молоком Марии? Он говорит, нет, нет, нет. Это естественные, но эти от молока Марии. Видите? Это может быть смешным. Но я показываю вам, что те же культы плодородия, которые существовали в древних языческих религиях, сегодня присвоены Марии. Это очень и очень печально. Если она царица неба, это означает, что она является богиней неба. Мария — богиня неба. Вот католическое изображение, где ангелы возлагают корону на нее, как на богиню неба. Здесь, в одном из кафедральных соборов, вы видите Марию, которую коронует Отец и Сын, а поклоняющиеся внизу не поклоняются ни Отцу, ни Сыну, но они поклоняются только Марии. Вот еще одна картина, где Иисус смотрит, архангелы коронуют Марию. Здесь еще одно изображение коронации. Отец и Сын коронуют Марию. Это не ангелы коронуют, но Отец и Сын. И здесь Папа Римский молится перед статуей Марии. И здесь
Папа Римский коронует Марию. Вся система язычества полностью заняла место в современном христианстве. Чтобы Мария стала богиней, чтобы она стала укротителем гнева, чтобы она стала посредником между Богом и человеком, настоящим ходатаем. На этом изображении вы видите Марию в центре, Святой Дух сходит на Марию, и глаза всех апостолов устремлены на Святого Духа или на Марию? На Марию. Она стала посредником. Находим ли мы подобные символы в древности? Божество женского рода было божеством, которому поклонялись как голубю. Вот двойной голубь, двухголовый голубь, двухголовый феникс или двухголовый орел. Это очень интересный символ свободного масонства. А здесь вы видите символ голубя. Символ голубя, который используется Организацией Объединенных Наций, символ мира. Вот еще один символ голубя. Голубь символизирует добрую сторону, сила и занимает роль Святого Духа. Таким образом, божество женского рода символизирует добрую сторону характера Бога. И поэтому, если вы видите над кафедрами, вы видите образ голубя, то вы не всегда уверены, то ли это Святой Дух, то ли это указание на голубя из древнего Вавилона. Книга пророка Иезекииля, 8 глава, 13 и 14 стихи, Библия говорит: «И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе». В древнем Израиле было распространено поклонение матери и ребенку. И в наше время духовный Израиль сегодня склоняется к тому же самому. Очень интересно обратить внимание на древние божества. Древние божества всегда ассоциировались с темными местами, с гробницами. Древняя богиня Диана была богиней охоты, и часто ее изображали в виде оленя, и в разных языческих культурах она выходит из пещеры. Здесь вы видите на этих изображениях статуи внутри пещер. Это кафедральные соборы. Это один из самых известных иезуитских кафедральных соборов Чехословакии. Здесь вы видите башков или статуи, которые находятся в пещерах. И буквы IHS. Сегодня они говорят, что это обозначает «у него на служении». Но это совсем этого не обозначает. Католическая церковь говорит, что эти буквы означают «Иисус, Спаситель человечества». Но если вы часть внутреннего круга, посвященных, то эти буквы обозначают «Isis, Horus и Seb». Три египетских божества. Seb был богом темноты. Осирис был символом доброты, хотя он тоже менялся в своей природе. Один представляет доброту, другой — зло. Один — свет, другой — тьму. Вы можете поклоняться им как Люциферу, то есть носителю света, или как сатане, носителю зла. Сатанизм и люциферизм поклоняются одному и тому же так называемому божеству. Вот почему люцифериане и сатанисты — они друзья. Одни поклоняются свету и следуют якобы свету. Другие поклоняются тьме и делают темные дела. Они приносят жертвы своим богам. Люцифериане, они делают то же самое. И они могут меняться, они могут сидеть на обоих стульях, потому что это не имеет значения. Либо вы поклоняетесь хорошей стороне Бога, или плохой стороне — это тот же самый Бог. В кафедральных соборах вы видите символы Бога Солнца, символ Аполлона, Бога Солнца, а также Луна и звезды.
Солнце, Луна и звезды — это три аспекта Бога Солнца. Брама, Сива, Вишна. Вишна — это сын, мученик, который попадает под воду ночью, становится Дагоном, богом рыбы, Посейдоном, поднимается из воды, и ему поклоняется либо как Посейдону, либо как Нептуну, богу, имеющему три зуб в своей руке. Здесь, в кафедральном соборе, мы видим очень интересную фреску. Это лев с крыльями орла. На заднем фоне у него солнце. Очень популярный вавилонский символ. Римо-католическая церковь называет этот символ символом святого Марка. Очень трудно сопоставить эти символы с именем Марка. На что же он смотрит? Он смотрит на круг с крестиком. Это один из главных символов Бога Солнца. Это символ Люцифера, символ круга с крестом внутри этого круга. Очень много организаций сегодня используют этот символ. Еще один символ здесь — это символ буквы «Б». Это первая буква. Это символ Люцифера, того, кто был носителем света. Здесь ниже название «Святой Марк», «Святой Лука». И снова тот же самый символ. Также бабочки — это символ культа плодородия. Бабочка летит от цветочка к цветочку. Точно так, как пчелка летит от одного цветочка к другому. Если у вас на плече есть бабочка, татуировка, это намного большее значение, чем вам кажется. Символы быка и льва мы находим в древних храмах Осиды и Урана, энциклопедия необъясненных магии и оккультизма парапсихологии. Образ Осиды ассоциируется с образами быка, льва и феникса. Хорошо, давайте вернемся снова к католической церкви. Если вы посмотрите римо-католические сады возле кафедральных соборов, монастырей, вы увидите Марию, которая часто показана в пещере. Это богиня Дубравы. Где вы подобное находите в Библии? Это богини пещер. Мария часто в подземных помещениях. Она изображена в пещерах с оккультной надписью имени Мария. Вы видите заглавное «М». На самом деле это сигма, лежащая на боку, и это символ, который использовался оккультистами, масонами, свободным масонством. Это символ буквы «М», как масонство. Это символ перевернутой сигмы. И затем буква «А», как треугольник, состоящий из трех углов, каждый из них 60 градусов, 60, 60, 60. Это треугольник 6, 6, 6. И затем точка над «и» становится символом Солнца. Есть еще одно значение этой точки, о котором мы сегодня не будем упоминать. И затем остается слово «риа». «Риа» — древняя богиня. Здесь вы видите все эти прекрасные сооружения из пещеры. Выходят древние боги. Очень часто в язычестве было три арки, и точно так вы видите их сегодня. Помните, в Петре я показывал вам три большие арки в древнем языческом храме. В католической церкви вы всегда увидите тоже три арки, которые символизируют божества. И боги часто выходят из пещеры. Вот почему здесь папа молится в пещере. Это не просто для католицизма характерно, но для всех языческих религий. Богиня Диана, она была богиней лесов, но также и богиней охоты. Вот что мы находим. Здесь, в Японии, вы видите еще один интересный праздник.
Это богиня солнца Амитеразу. Она выходит из пещеры. Каждый год на этом празднике они празднуют эту богиню. Обратите внимание, что ее лицо окрашено в белый цвет, и руки часто окрашены в белый цвет. Точно так окрашивались люди в древние времена, в языческих ритуалах. Они окрашивали лицо в белый цвет и руки в белый цвет. Это древний ритуал, который берет свое начало в поклонении солнцу. Сегодня он привносится в церкви как что-то интересное и новое. Но на самом деле это поклонение солнцу. Если мы возьмем, к примеру, африканскую культуру, то когда вас посвящают в культ плодородия мужчин, они окрашивают лицо и руки белым цветом. Вот откуда берет это начало. Древние богини — это были богини пещер. И она именно раздавляет голову змею. Христос сокрушил голову змея. Иронично сегодня то, что именно эта богиня, она сокрушает голову. Но через нее змей символизирует смерть и воскресение. Это языческая подделка смерти и воскресения Иисуса Христа. Языческие богини женского рода имели силу давать новую жизнь. Очень часто здесь были и сексуальные ассоциации. Находим ли мы подобное в католицизме? К сожалению, католическая церковь сегодня — это утонченная форма древней вавилонской религии. И, к сожалению, папство является первосвященником древних языческих религий. Здесь вы видите Марию, которая одета в голубой и белый цвет, и она стоит на змее, точно так, как древняя богиня. Она стоит на полумесяце, это символ чрева и символ женских божеств. Голубой цвет, если вы возьмете святилище, было цветом послушания. Но если вы посмотрите на негативную сторону поклонения, с одной стороны, это белый цвет, и голубой означает праведность и послушание, но если посмотреть на другую сторону божества, то у вас будет черный, черная Мадонна, и голубой цвет становится цветом блуда и извращений сексуальных. Видели когда-нибудь голубые фильмы? В язычестве люди поклонялись обеим характеристикам их богов. Давайте обратим внимание, что говорит Римо-католическая церковь. Это надпись из Кафедрального собора Святой Марии. Здесь приводится речь посвящения. «Я посвящаю себя в руки Тебя, непорочной Матери, в присутствии небесного суда. Я Тебя выбираю моей Матерью, я Тебе посвящаю себя как слугу, как раба, мою душу и тело, внутреннее и наружное, и все мои поступки, прошлые, будущие, и Тебе предоставляю полностью мою судьбу. Доверяю Тебе решить мою участь по воле Твоей во славу Бога на всю вечность. Аминь». Кто в таком случае является главным божеством вашей жизни? Иисус или Мария? Наверное, Мария. Иисус смещен и заменен другим божеством. Я был просто потрясен, когда я приехал сюда, в Сирию. Недавно я посетил Сирию и проехал по древним археологическим местам. Я приехал в город Садинея, который находится в исламской культуре. Именно здесь я обнаружил огромнейшую статую Марии и огромнейшую статую оленя. История говорит о том, что древний царь путешествовал по этой местности. Он охотился на оленей. Он оставил своих спутников позади, и когда он натянул лук и выстрелил в оленя, он превратился перед ним в Марию. И Мария сказала ему: «Ты должен построить мне монастырь на этом месте». Это место поклонения не только для католиков, но и для мусульман. Очень интересно. Именно здесь место встречи двух религий. Здесь
происходят чудеса. Именно в этом монастыре есть икона. Эта икона считается, она была нарисована святым Лукой. Это икона Марии с ребенком. Очень интересно. Лука не знал Иисуса как младенца, но не об этом речь. Эта икона плачет слезами из масла. Масло остается там, вы можете его собрать, взять с собой, чтобы оно очищало вас. И когда человек уронил каплю этого масла, эта капля превратилась в образ Марии. Вот монастырь, построен на древнем холме. Меня сразу это заинтересовало. Если монастырь построен на холме, то это была древняя высота. Это были высоты, где язычники поклонялись. Мне нужно было найти, кто и когда поклонялся здесь. Я начал ходить по этому монастырю, по этим лестницам, и я нашел это место. Монастырь находится на вершине холма. Это древнее место поклонения язычников. Здесь находится пещера. Есть тройная арка. И здесь по-гречески написано. Это место посвящено древнему языческому божеству. Католицизм — это древняя вавилонская религия, которая сегодня названа христианством. Здесь вы видите место, где упала капля масла, и ее закрыли на сотни замков. Замков много, но они ничего не закрывают. Вот здесь упала капля и превратилась в образ Марии. Рядом вы видите древнюю икону, которая считается, была нарисована Лукой. Все эти древние языческие символы и образы. Маленький ребенок, который считался ребенком Иисусом, вот здесь ему поклоняются как Тамузу. Здесь его называют Бамбино, маленький Иисус. Посмотрите на золотые одежды, очень дорогая куколка. И здесь вы видите буквы, которые написаны, посвящение Бамбино. Но на самом деле это Тамуз. Иисус никогда не одевался так, он никогда так не приходил. Он родился в яслах и не одевался в золото, серебро и драгоценные камни. И ему не поклонялись как младенцу. Католическая церковь учит, что вы можете получить прощение наперед за ваши грехи. Даже сегодня они учат об этом. Здесь лестница Ла Санта. Это ступеньки, о которых католическая церковь говорит и сегодня. Говорит, что эти ступеньки... Именно на этих ступеньках стоял Иисус Христос, когда Он был осужден Пилатом. На Его челе был терновый венец, и кровь стекала по Его телу прямо на эти ступеньки. Они поставили пятна крови на эти ступеньки. Вы можете подниматься, и если вы будете целовать пятна крови, то вы обретете прощение на 90 дней наперед. 3 месяца бесплатного прощения грехов. Вы можете делать все, что хотите, в течение 3 месяцев. Вы прощены. Как вы думаете, откуда они взяли эту лестницу? Как она попала сюда, в Рим? Она ведь была в Иерусалиме. Они говорят, что в одну ночь ангелы перенесли ее из Иерусалима в Рим чудотворным образом. И когда они увидели, что лестница стоит, они вокруг лестницы построили кафедральный собор. Следующая фотография была сделана в церкви всех народов. И здесь вы можете обратить внимание, что алтарь стоит на камне. В древних языческих религиях были поклонения камням. Господь постоянно в Ветхом Завете предупреждал против тех, которые поклоняются на высотах, священным камням. Католическая церковь наполнена священными камнями. Они говорят, месса имеет такое же значение и смысл, как Голгофский крест. Потому что жертва одна и та же.
это Иисус наш Господь. Катехизм Тренского собора. Иисус Христос приносится в жертву снова и снова, каждый раз, когда проводится месса. Библия говорит, они снова распинают Сына Божия и ругаются Ему. Евреям 6:6. Сколько жертв Иисус принес? Однажды, Библия говорит. Однажды и навсегда приобрел искупление. Жертва мессы — это символ победы Люцифера над Христом. Они продолжают каждую мессу распинать Иисуса Христа. И распятие, которое вы видите во многих церквях, это символ победы над Христом. В язычестве — крест. Кресту также поклонялись как символу солнца. И Люцифер сделал его одним из своих символов. Евреям 10 глава, 14 стих. «Ибо одним приношением он навсегда сделал совершенными освящаемых». В Ватиканском музее вы видите изображение ангела, который держит тройную тиару и держит Иисуса Христа на кресте. Распятие — это символ победы над Христом. Принятие хлеба — это древний языческий обряд. Евхаристия, асида, хорус, сед — этот символ обозначает жертву. Круглый хлебец, на котором изображен крестик, — это символ Ваала, древний бог солнца. Круглый хлеб — это символ солнца. И затем равнозначный крест, который является символом Бога Солнца. Вот в ассирийской культуре вы видите символ солнца, символ полумесяца, который был символом рождения Бога Солнца. И он был назван Ваал-Хадад. И часто это была звезда, которая изображалась в луне. Звезда символизирует звезду от востока. Вы помните библейское повествование о мудрецах, которые пришли с востока, которые пришли поклониться Иисусу. Оккультизм сегодня в масонском виде учит, что эти мудрецы, они следовали звезду на востоке и шли в Вифлеем. У меня есть к вам вопрос. Если мудрецы пришли от востока, то где была звезда по отношению к ним над Вифлеемом? Она была на западе. На самом же деле, звезда, которой они служат, это не звезда, которая вела их к Иисусу, но это звезда, которая была на востоке, которая была звездой, символом Люцифера, а не Иисуса Христа. Вот месопотамский древний символ Бал-Хадада. И звезда в луне, символ Хору или символ Осириса. Это просто взрослая форма того же божества. Это символ Осириса в полумесяце. Или вот символ Хору здесь, в этом полумесяце. Рождение Солнца. Кто использует сегодня эти символы? Которая из религий мира сегодня использует как главный символ? Ислам. Ислам использует этот символ как основной символ своей религии. Ислам и католицизм, они стоят рядом друг с другом. Если вы отправитесь на Ближний Восток, в мусульманские страны, где запрещен евангелизм, где нельзя проповедовать во имя Иисуса Христа, вы увидите мечеть и католические соборы рядом. Либо вы отправитесь в Иерусалим, в Амман, в Сирию. Поезжайте и посмотрите римо-католические кафедральные соборы и мусульманские мечети рядом друг с другом, потому что они поклоняются одному божеству, Ваал-Хададу. Папа Римский держит в руке хлеб для причастия. Круглая форма символизирует Ваала. Вот чаша. Бахус был богом
вина и пьянство. Они подают людям алкогольное вино, хотя Библия говорит ясно, не было ни закваски в хлебе, и поскольку закваска — это символ греха, не было закваски ни в хлебе, ни в соке. Подают вечерю на вот таком предмете, который имеет полумесяц. Здесь есть извилистые лучи солнца и ровные лучи. Извилистые представляют божества женского рода, ровные — божества мужского, а здесь буквы «С», «Ф», «С». Нужно обнаружить, что эти буквы обозначают. Буква «С» обозначала 6 в греческом алфавите. «Ф» обозначает 6 в каком алфавите? В нашем. «СФС» — это число 666. Нужно знать эти сокрытые вещи. Вот еще одно блюдце, где изображен полумесяц. И сюда ложат диск круглый, полностью восстанавливая образ древнеязыческого божества. Точно тот же образ, который используется и в исламе, в мусульманстве. Вот еще одно блюдце для хлеба. Здесь полумесяц и символ бога Бал-Хадад. Вот древняя хитейская культура, где вы видите также символы фазанов, круг, лицо Аполлона. И затем обычно из 13 листьев венок. Какая могущественная организация в мире использует этот символ? Объединенные нации. Очень интересно. ООН. Это, между прочим, еще одно имя, еще одного божества. Но мы к этому еще придем. Здесь вы видите Митру. Митраизм. Митра — это тот, который убил быка. Ему помогает голубь, змей помогает ему, и скорпион. Очень стратегическое место кусает этого быка. Если вы посмотрите на голову Митры, она имеет интересную форму. Это форма шапки митраизма. Посмотрите на нее более внимательно, потому что мы к этому еще вернемся. Мы посмотрим на шапку Митры. Структура культа иерархическая. 7 ступеней. Каждая ступень имеет особый символ. Каракс, Мемфос. Это слово означает «мужская невеста». Вот уровни митраизма. Богиня Венера. Поэтому священники Венеры не могли жениться, так как они уже были женаты, как мужчина-невеста на богине Венере. Если у нас сегодня религиозные системы, где мужчины-священники не имеют права жениться, конечно, имеем. Митраизм, разные уровни митраизма, и самый высокий уровень митраизма — это патер, отец. Отец под покровительством Сатурна. А Сатурн — это бог подземелья, бог преисподней в египетской трилогии. Патер или отец. Если сегодня религиозная система, в которой священник должен практиковать целибат, где божество — это божество, посредник между богом и человеком женского рода, и священника называют отец. Есть ли сегодня такая система? Но давайте я не буду сегодня странным человеком. Они точно похожи на древнюю систему, то насколько есть возможность, что это та же самая древняя система? Египетский бог солнца Осирис. Ему поклонялись, подавая круглый вафельный хлеб. Этот символ Осириса сегодня используется точно так, как в древности в язычестве. Римская церковь полностью унаследовала все атрибуты. И поэтому в конце времени, как вы думаете, будет ли проблема у больших религий мира соединиться с епископом Рима? Нет, потому что
под слоями внешних различий находится общая история и общие доктрины. Это одна религия в сути своей, и они служат одному и тому же Господину. Я не буду говорить вам, кому они служат. Библия говорит, кто дал ему свой престол, власть и силу. Откровение 13 глава. Дракон, согласно Библии, это сатана. Поэтому это поклонение Люциферу. Здесь вы видите символы солнца, луны и звезд. И это очень потрясающий кафедральный собор в Германии. Я был потрясен. Посмотрите, даже на их часах. Они знают, что означают эти символы. Это современное здание. Символ солнца, луны и звезд. Когда стрелки вращаются, Бог-Сын рождается. Бал-Хадад, Бал-Хадад. Всему миру они говорят, кто является Богом. Вот почему она здесь в полумесяце с сиянием солнца. Здесь полное изображение, ровные извилистые лучи. Это древние языческие божества. Здесь также Троица, полумесяц, Мария и ребенок. То же самое во всех древних рисунках. И символ птицы, которая отдает свою плоть младшим. Символ Феникса, восстающего из пепла. Цитата из книги «Шесть бесед о Господнем дне». «Воскресенье был днем, когда язычники торжественно поклонялись той планете, то есть Солнцу. Христиане подумали, что очень хорошо будет сохранить тот же день и его имя, чтобы не отличаться от язычников и облегчить обращение из язычников». Вот мышление Римо-католической церкви. Воскресенье, поклонение в день солнца, берет свое начало. Библия говорит, «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. От суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Мы видели, как Рим изменил субботний день, перенес его на воскресенье для того, чтобы соединиться с языческим способом поклонения. Словарь Вебстера. Воскресенье или Sunday — это день, который был посвящен Солнцу. Это день поклонения Солнцу. Потому что это на самом деле есть поклонение Солнцу. Люди обмануты, но те, которые на высших постах, они точно знают, что происходит. Лицо ребенка, символ плодородия, находится в центре католического алтаря. Мы не будем объяснять, что это за символ. Символы мужского пола и женского пола. Солнце являлось главным божеством у язычников. Поэтому церковь сказала, давайте сохраним старое языческое имя, но мы его освятим, и языческое воскресение, которое было посвящено Ваалу,